Здравствуйте, вы смотрите студию «Репортер». Меня зовут Анна Градянцева, и сегодня у нас в гостях наш друг Руслан Верин, велопутешественник. Уже 10 октября он отправляется в новое путешествие и все подробнее расскажет сам. Привет, Руслан. Привет, Аня. Честно говоря, когда услышала про Аляску, про Мексику, сразу подумала, что, наверное, это будет очень холодно. Вот насколько ты подготовлен и насколько подготовлен твой велосипед? Насколько я подготовлен, не могу понять, насколько, когда уже окажусь там, но я думаю, что подготовлен очень серьезно. На самом деле, вот сегодня я буквально смотрел, какая погода на сегодняшний день с крайней точки, там минус один всего лишь, не так уж холодно. У меня был прецедент в прошлом моем путешествии в Турции, в горах мне минус 15 застало. Я знаю, что это такое, но в этот раз я уже набираю грамотно теплые вещи, одеваюсь. Термобелье, перчатки, носки, шапки, поэтому думаю, что буду подготовлен. Что касается велосипеда, был у меня в прошлом году вот нюанс, и непосредственно, когда был снегопад, вот сзади набор звездочек, их там 9 штук у меня, и когда снег, они все набивались, и цепь уже, в принципе, прыгала сверху звезд. Сейчас же у меня будет планетарная втулка, все передачи спрятаны во втулке. Поэтому думаю, что технически я к этому готов, морально тоже. Как построил сам маршрут? Маршрут построил... получается, есть Панамериканское шоссе, называется. Это самое, по книге рекордов Гиннесса, самое длинное шоссе в мире. Оно от самой северной точки вот Аляски и до самого южного города Ушуаю. Это уже Южная Америка. Я, так как опять себе выделяю только полгода, поэтому не буду проезжать весь этот маршрут, а только вот как раз участок по Северной Америке. Как раз один континент и проеду. Да, начну с Пратхабей. Это самый северный город Аляски и Северной Америки, куда можно добраться на машине, ну, по автомобильной дороге. Это за полярным кругом, туда прилечу на самолете и уже оттуда буду на велосипеде очень стремительно ехать на юг, на карте она еще так красиво смотрится, еду вниз, как будто бы с горочки, ну и буду ехать в тепло. Казалось бы, буду ехать в тепло, но не так скоро, потому что пока я буду ехать, в это же время, даже пока я доеду до нашей широты, там уже будет как раз зима. Медведя не боишься? Медведей, вот первое время как-то, да, вот накручивался по поводу медведей, а потом сейчас, в принципе, октябрь, они сейчас... По идее, на зиму должны быть уже очень сытые. Там нерест какие-то, наверное, ягоды пособирали. Но я так себя успокаиваю, думаю, что, в принципе, они меня трогать не должны. Так рассчитываю. Ну, конечно, уже знаю, мне там уже люди советуют. Там еду в палатку не класть, если класть, то где-то далеко, повыше. Ну и, конечно же, буду стараться максимально спать где-нибудь в безопасных местах. Ну, не всегда так получается. Если буду спать в диких условиях, то максимально бдительным. То есть палатку все-таки берешь с собой, да? Да, да. Обычно ночевать просто. Да, и уже спальный мешок соответствующий купил на эти температуры. Горелку мультитопливную, там, если будет что под рукой, какое топливо, из того буду добывать огонь и готовить себе еду. А что еще с собой берешь? Вот сюда интересно, что берут такие путешествия. В этот раз я думаю, что я еще вот у меня по квартире вещи везде разбросаны, но я их хочу собрать в кучу, чтобы понимать, что это за объем получается. Сейчас у меня самый большой объем это зимняя куртка, шапки, штаны там лыжные теплые, ботинки большие теплые. Вот из вещей очень много. Палатка, спальный мешок, каремат, инструмента буду, возьму одну камеру запасную, латки и там мультитул. Как обычно, там ключи под весь велосипед брать не буду. Ну, буду в этот раз по минимуму брать. Возьму, конечно, уже какую-то провизию, но непосредственно в то место, куда я прилечу. Потому что смысла сейчас нет платить за этот багаж, когда буду в самолете. А уже репетировал? Ты, может быть, сядешь на велосипед и никуда не сможешь поехать, потому что слишком тяжело. Нет, не репетировал, а куда я уже денусь? Когда уже прилечу, уже надо будет ехать. Будешь выкидывать вещи по дороге. В Одессе сейчас я на самом деле тоже на велосипеде еще катаюсь. Вот этот раз у меня как никогда. Обычно я приезжаю там с какого-то путешествия, у меня что-то с велосипедом случается. Или я его дарю, или я его где-то теряю, или у меня ломается. В этот раз велосипед остался у меня, еще и функционирующий. Поэтому все лето я, в принципе, ездил на велосипеде. Мало, но ездил. Не могу сказать, что прямо сейчас готов на те дистанции, на которые рассчитываю, там, по 100 в день. Но это все равно дело времени, там, за недельку-две втянусь, и уже буду ехать нормально. Ты стартуешь из Нидерландов, да, насколько я знаю? То есть из Одессы ты летишь в Нидерланды, и оттуда будет начало. Я лечу, в Амстердам для того, чтобы забрать свой новый велосипед. Я его заказал, проплатил, за ним надо прилететь и забрать его оттуда. Потому что я у них заказывал доставку уже, думаю, ну, чтобы я с этим не занимался. Мне, в принципе, дешевле будет оплатить там курьерскую доставку. Она там порядка $200 стоила с завода-производителя, там Амстердам, уже туда на Аляску. Но не получилось, потому что их смутил вопрос, почему...
украинец заказывает велосипед в Голландии, отправляет его в Амстердам. Ну и карточка банковская, они поэтому их робот меня просто отсек. Поэтому мне пришлось заказывать велосипед на дилера, я лечу в Амстердам, забираю велосипед и с велосипедом уже лечу украинскими авиалиниями. Я не сильно хотел, потому что у меня маленький опыт с ними летать, но они мне не понравились тогда. Но сейчас, думаю, может, потому что межконтинентальный, поэтому, может, будет получше этот перелет. Но в чем большой плюс? Там два места багажа. Это супер. У меня как раз велосипед в коробке, он как просто, ну, как багаж идет. И прилечу в Нью-Йорк. После Нью-Йорка уже другими авиалиниями с пересадкой лечу, там, две пересадки уже на свой пункт старта. Ты обычно находишь друзей в поездках, и у тебя уже появились два новых друга, да? Вернее, один друг и один старый хороший знакомый. Про то, где я буду сейчас, да. В Амстердаме я уже в наглую. Сам написал дилер, это магазин велосипедный, хозяину, владельцу магазина. Ну, получается, через него заказ сделал. Он мне, кстати, вообще молодец, потому что он посмотрел мой заказ, я его отправил на завод, завод скинул на него. И он говорит, давай там ты вот, например, там резину эту не бери, я тебе дам лучше. Бутылки не бери, я тебе подарю. Но это мелочи. Говорит, ну все равно... Они там типа, потому что брендированные, дороже. Я говорю, хорошо, хорошо. Говорю, а у вас есть возможность в магазине там остаться на две ночи? Ну, может, какой-то там угол. Он такой, ну, у нас предусмотрено для иностранных наших клиентов. Мы там, у меня, говорит, дома есть гостевая комната, там, добро пожаловать. И вот сегодня я у него спрашивал, вчера ему написал вопрос, ну, уже есть велосипед? Он такой, да, велосипед есть, сообщи, пожалуйста, даты, когда приезжаешь, чтобы я приготовил гостевую комнату. Поэтому в Амстердаме две ночи, да, я буду жить дома. А в Нью-Йорке, вот очень случайная встреча, знакомство, например, точнее, еще в студенческие годы ходил там на секцию борьбы и познакомился вот с товарищем Леонид. Потом он уехал, ничего не предвещало наше как бы общение. Ну там на соревнованиях иногда встречались. И вот он улетел в Нью-Йорк, я знал, что он улетел, он там как-то говорил, мы что-то где-то переписывались, даже не помню, как мы так пересеклись. Ну и вот наши контакты сохранились, и я же сразу вспомнил, о, у меня есть товарищ в Нью-Йорке. Написал ему, он такой, да, вообще не вопрос, три дня можешь, говорит, только он говорит, я говорю, что там тебе привезти, там, сало? Он такой, не-не-не, говорит, привези дубовые веники в баню, говорит, здесь с этим дефицит. Я говорю, хорошо. Вот опять возвращаясь, да, к теме холода, вот не боишься, что где-нибудь застрянешь там, да, будет там много снега, и как вообще, в принципе, вот на велосипеде, вот насколько комфортно в таких условиях? У меня вот с моей точки до полярного круга, ну вот весь этап моего заполярья и даже еще там часть уже после полярного круга, она будет идти вдоль нефтяной трассы. И там, вот я посмотрел видео в Ютубе, там много видео, там где фуры ездят, да, там много снега, но эту дорогу чистят. Я думаю, что с этим проблем не будет. Даже если будет какой-то снегопад сумасшедший, то мне ничего не мешает там, поставить лагерь там, на день, пока машины расчистят. Ну, если в крайнем случае нет, ну, я думаю, что на месте разберусь. А можно будет следить за твоим путешествием, да, как в прошлом году? То есть будут ли видео, отчеты, фотографии? Да, да. Ну, у меня раньше был Facebook, Контакт, YouTube, Instagram. Сейчас Контакта не будет. Facebook, Instagram, YouTube. Ну и вам, конечно же, буду присылать вот... Видео. Видео. Забыл, как это называется. Нон-стоп, да. Скажи, есть какое-то предчувствие, предвкушение? То есть вот чего ждешь, чего ожидаешь от путешествия? Загадываешь ли что-то конкретное или все-таки все будет экспромтом, спонтанно? Ну, да, больше экспромтом, потому что когда это жесткое планирование, ну, там, три месяца планировать, чтобы месяц отдохнуть, но это уже не тот отдых. У меня просто есть маршрут, ключевые какие-то точки, там, северное сияние хочу увидеть, сфотографироваться возле знака «Полярный круг», ну и само осознание, что я там вот в Заполярье по снегу катался. Большой каньон, Сан-Франциско, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, посмотреть такие ключевые моменты. Ну и, конечно, вот мне вот что-то нравится, многие пугают меня Мексикой. Особенно вот это пограничное со Штатами до Мехико якобы опасно будет. Ну, знаю мое везение из прошлых там якобы опасных стран, да, там Иран, Пакистан, которые рассказывали опасные, они казались для меня мало того, что очень безопасные, но еще и интересные на приключения. Ну, и думаю, что у меня тоже там, верю, будут очень веселые приключения. А, и в Мехико у меня, кстати, тоже уже есть товарищ, который меня приглашает, видно, в Фейсбуке увидел, а мы с ним познакомились в Куала-Лумпур, в Малайзии, вот в этом моем путешествии. Так получилось, что он сам с Мехиком, мы вместе остановились по каучсерфингу, ну, сайт для путешественников, у одного человека. И он увидел, что говорит, да, конечно, добро пожаловать, заезжай ко мне в гости. А все-таки будут какие-то опасные моменты, опасные ситуации, все-таки там действительно довольно неспокойно. Вот, как будешь себя вести, что будешь делать?
И все-таки не хочешь даже об этом думать. Ну, получается, как говорится, сильному не надо, слабому не поможет. Я не могу знать, что оно будет там, но я думаю, на месте сориентируюсь. Да, у меня были опасные ситуации там в Африке и с животными, и с людьми. Вот в Азии там ничего такого опасного не было. Но как-то уже на месте... Не всегда это, конечно, какое-то геройское поведение, про которое можно рассказывать, там, широко расправив плечи. Вот, ну, на месте уже ориентируешься. В любом случае, там будет понятно. Ну, буду стараться как-то, если вдруг что-то случится с людьми, то как-то там находить компромисс. Будешь перевозить да. иммигрантов. Соглашусь, да, такой на раме, поехали границу. Да, у меня просто уже все визы собраны. У меня, получается, это будет Аляска, это те же самые штаты, Канада, потом материковые штаты и Мексика. Две визы уже сделал, штатовская и канадская, а в Мексику это очень удобно. В моем случае можно заехать на 180 дней, на полгода, получается, с действующей штатовской визой. Я видела, ты писал, да, что довольно легко это получилось, то есть не было никаких проблем с визами. Да, я писал, потому что дело в том, что я впервые даже подавался и получил эту визу, и перед тем, как подаваться, ну, наслушался очень много всяких таких историй, и, ну, штатовская, чего она, ну, потому что я получил, да, априори она для меня легкая получилась, но и сам вот этот процесс до получения, он для меня оказался, ну, я вообще ничего не почувствовал, потому что дома, сидя за компьютером, спокойно, можно заполнить всю анкету, отправить ее, без ничего не распечатывать. Никаких справок с банков, с работ, ниоткуда не требуют. После этого, ну, правда, они там пишут вначале оплатить, потом заполнять анкету. Ну, я вначале заполнил анкету, потом оплатил в банке. Записался на собеседование, приехал на собеседование только с паспортом заграничным. Ничего больше не надо было. Они поговорили, ну, говорят, что на самом деле, когда приходишь, у них уже решение предварительное на мониторе светится, они уже знают, что они тебе скажут. Ну, короче, это было для меня очень легко. И собеседование было очень простое, и даже я вот интуитивно почувствовал, что там можно сказать, что я еду на велосипеде. Хотя обычно, допустим, раньше еще в болгарскую, когда я визу делал, и сейчас в Канаду, я не говорил про велосипед. Потому что как только, если я говорю, что это велосипед, начинается куча всяких вопросов. Сразу же все кричат, у нас супер развитое государство, у нас в палатках нереально остановиться, хотя я везде в палатках останавливаюсь, ну, если уже негде, и просят прям детальный маршрут расписать, прям детальный с бронью кемпингов, вот прям на всем маршруте, ну, это если там 2000 километров по стране ехать, это месяц им расписывать с этими бронями, ну, это даже просто вот сесть в интернете, найти, где ты даже будешь оставаться, вот эти хостелы и все остальное, ну, это дурдом. В Штатах я сказал, инспектор это прям на ура воспринял, посоветовал мне какие видео посмотреть, ну, пожелал удачи, это было легко. Канада тоже было легко, но туда вот единственное, что пришлось собирать куча каких-то документов. Которые... Сколько километров в этот раз, кстати, преодолеешь? Чуть больше 11 тысяч. У меня Азия получилась 14 625. Хороший режим там за 195 дней, но иногда хотелось больше отдохнуть. Поэтому сейчас я понимаю, что медленнее будет уже неинтересно ехать, потому что я уже знаю, как это быстрее. Ну, в таком же темпе тоже лучше, думаю, остановлюсь. Хотя, получается, что первая часть путешествия мне там будет не совсем до отдыха. Ну, там, где холодно, захочется сесть и быстрее, где же тепло. Особенно, если медведи придут. Тогда вообще быстро буду ехать. Берешь с собой талисманы какие-то? Нет. Нет. Нет, я вот как-то... Вообще раньше я был суеверный. Ну, сейчас, наверное, суеверный. А сейчас перестал, потому что тяжело. Потому что это вести все надо. Спасибо тебе большое за эфир. Мы желаем тебе удачи. Будем за тобой наблюдать, следить. И напомню, что в гостях у нас был велопутешественник Руслан Верин. Меня зовут Анна Граденцева. Оставайтесь с репортером. До новых встреч.